Это пиздец. Направо-лево. Да я даже не знаю. Здесь, по-моему, однохерственно. Ну, мне лучше влево, конечно. Ну, поехали влево. Ну. Мне, кстати, слева тоже больше нравится. Привет. Здорово, Макс. Доброго времени суток вам. Привет, привет. Че, как дела? Ты поиграть или так? Поговорить? Да, я зашел, да, так. Посидеть, потарахтеть. Сейчас скоро поеду. Опять пьянка? Ну, нет, ну там как бы надо в магазине там дела все сделать, скоро закрываться. А, да, 7 теперь... часов. Так, самолетик, падла, летит. Желаю всем удачи. У меня уже почти 7, пока туда-сюда. Ну, у меня тоже. Почти 8. Я еще не накатывал. Ребята, я до сих пор не могу привыкнуть к этому временному коэффициенту. Да, а ты откуда? Я кубаноид. А, ну там сколько? Часа 3, наверное, разница есть. С тобой 3, со мной 4. Всего ничего. Да. Кстати, а сколько у нас сейчас времени? Сейчас, секунду. Ты сильно не упарывайся, нас тут сейчас, похоже, сомнут на этом фланге, блядь. Ничего страшного. Ну видишь, Кюрф оттуда сваливает, блядь. У меня запасное лицо там где-то в бардачке лежит под столом. Ну да, это хорошее дело. Просто в рандоме играть? Угу. Ага. Дима другого боя не приемлет просто. Судя по аккаунту. Не то, что не приемлю, но, не знаю, нахожу это скучным, неинтересным, неуместным, я не знаю. А вот так вот, да? Там подводная лодка на фланге. Уходи влево, уходи влево. Вон она уже разгрузилась по Брисбену. А, увидел. Всегда любил подводные лодки топить. Угу. Ты главное, он от Гинденбурга, блядь, и... От этого... Вот она, падла, блядь. О, даже свелась. А мы сейчас так сделаем и вот так сделаем. Вот, топи ее. За свет. Тут, сука, авик, блядь. Что-то на морском сражении прям какие-то доходяги попались. Ну, бывает. Или все равно Новый год празднуют уже. 43, блядь, звездочки против 111, это, конечно, сила. Вообще, короче, ни хрена не палец, это консерва. Он по эсминцу бы стрельнул. Блять. Сейчас
Усталость убить. А ты видел, да, Саныч, мне там упала лодка с новогоднего этого подарка дешевого, которого? Макс не обратил внимания, если честно. Как мне тут даже писало? Ну, может быть. Полтава. Блять, да. Подводный поезд через сколько отхилится? У меня через 3 секунды. О, давай, как раз будет вот так. Пошел. Далеко. Она аж вот здесь. Она точку берет, блядь. Но она не на поверхности, скорее всего. Видишь, в чем дело? Не, она-то не может точку брать. Я подводный поезд включил. А. Ну тогда она на поверхности. Так, бля, гинду забрали, бля. Торпеды справа по борту. Торпеды по правому борту. Торпеды справа по борту. Ты до подлодки не докидываешь? А пока нет. Торпеды по левому борту. Так, ладно, чуть попозже, может, сойду. Угу, хорошо, Макс. Командир, нас обнаружили. Команда противника получила Так, исходя то, что я в засвете, она, скорее всего, вот тут. Да, может быть. Скорее всего, и Мельман туда же ушел. Вот она, да. И Мельман видел, откуда прилетел? Справа. Вот отсюда откуда-то. Она отходит. Ну и она отходит, и Мельман уже отошел. А вот Шарм-Аль-Тель, похоже, не успел отойти. Это было больно. Джорджия у тебя справа, блин. Я же говорю, это было больно. Пиздец, Джорджия. Уже хорошо. Я пойду попробую Б взять. Так, наверное, торпеды на тебя. Торпеды за кормой. А, вон она, давай. Ну, копи эту, блядь.
Яви где-то справа от нее. Торпеды слева по борту. Торпеды за кормой. Вот так бы всегда. Концентрировать огонь на указанной цели. Союзники, передаю координаты важной цели. Консерва, кстати, молодец. Вообще ни разу не палится, не светится. Так. Я попробую точку все-таки взять. Вот сука, блядь. Попробуй авианосец найти. Вот он перед тобой прям. Сейчас я ему сделаю. Я думаю, ему понравится. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Ну, ему понравилось. 11 тысяч. Ну, давай, разминай его. Это фиксированный урон 11 тысяч. Командир, нас обнаружили. Ну, уже 17, я уже лучше. Поддержите огнем по указанной цели. Союзники, поддержите огнем по указанной цели. А что с вами? Пробой.
уничтожена. Блять. Ай, сука. Ну, разменялся, будем считать. Обидно. Я еще под перекрестный огонь, короче, встреваю, да, я смотрю. Да, блять, я-то встрял вообще под 4 лодки, блядь. Эсминец, Айова, блядь, и подводная лодка с кюрфом. По тебе этот Айова стреляет, да? Падла, блин. Сейчас эсминец выйдет, торпеды сбросит. Скорее всего. Ну, ждет, когда пикирнуть на тебя. Короче, счастье. Полное да, с двух счастье. Сторон, и тебе, и кюрфу. Жалко, конечно, что авика не добрали. Вот он пошел, собака, блядь. Сейчас перекадешусь. Лодка промазала, блядь, откровенно. Ну ладно. Ну чё, лох это судьба. Вроде 87 тысяч дал. Хотя очень сильно мало. Отлично, блядь, наконец-то он попал, блядь. Не прошло и года, да? Ну да. Ну сейчас кюрв заберет Айову, блядь, это 100%. Если она не пойдет на таран, конечно, блядь. Что? Тут малой рвется с тобой в катку. Да? Че, ну, давай, давай сходим. Дети обычно лучше родителей играют, это я тебе 100% говорю. Нет, я только 30 наношу. 30 тысяч. Что, 30 тысяч урона наносишь? Да. Ну, я так хочу сказать, что если ты имеешь к этому желание, ты будешь играть лучше отца, это 500%. Если нет желания, ну, тогда ничего, ничем это не исправить. Блять, это проигрыш, сука. Извиняюсь за мой французский, дети нас слушают. Ничего мы не исправим, даже сейчас если точку возьмем, хотя может быть... Ай, блять, он сбил ему захват, все это катастрофа. Воюете? Да, проиграли мы. Как вы выйдете? Да подожди, досмотрим. Тут осталось 8 секунд. Босс. Ну вон куда они все свалили по кругу, так что надо было их гнать дальше. Надо ж посмотреть, какие результаты у нас с отцом. Какие мы герои. Ну, в целом нормально. Бля. Ты на первом месте. Очень неплохо. Ладно, чё. Проиграли так проиграли.